Еще раз всем, вот сейчас, наверное, получилось. Еще раз всем добрый вечер. Надеюсь, все хорошо нас слышат. Сейчас буквально минуту потратим на технические условия. Попрошу наших слушателей поставить плюсы, кто нас видит, слышит, нет ли проблем каких-то с видеосвязью, со слухом. Евгений Игоревич, как вы меня? Вы меня видите, слышите хорошо? Нормально. Евгений Игоревич, все слышно вам, да? Я к сожалению, слышу. Не слышал вашего ответа. Плохо слышу вас сейчас. Плохо слышно, да. Большое количество людей подсоединяется, и, может быть, из-за этого какие-то помехи. Вот. Ну, тем не менее, давайте попробуем начать. Еще раз я хочу представить нашего спикера сегодня. Это Евгений Игоревич Калешин, главный тренер Балтики, который... Вместе со мной сегодня мы проведем видеоконференцию на тему детско-юношеский футбол в России. Евгений Игоревич, спасибо вам большое за то, что нашли время в своем графике для того, чтобы мы сегодня обсудили какие-то вопросы на тему нашего детско-юношеского футбола. С чего бы хотелось бы начать? Евгений Игоревич, детско-юношеский футбол в нашей стране сегодня, если говорить в целом о ситуации... Я вообще практически ничего не слышу. То... Вот сейчас как-то так. Бывает слышу, бывает не слышу. Я понял. Сейчас нормально вроде бы. Евгений Игоревич, в целом, детско-юношеский футбол в нашей стране. Ваше мнение по этому поводу? Не слышу вообще ничего. Так. А как попробовать? Может быть, не попробовать не через Wi-Fi, а через сеть обычную? Или как-то по-другому зайти? Я просто подключился. Да, попробуйте, может быть, через сеть, потому что... Обычную? Да. Это мне выйти нужно, попробуйте, может быть, через сеть, потому что я... Вы можете там, если есть возможность онлайн, убрать Wi-Fi. Или я как бы сейчас убрал Wi-Fi, у меня тоже вот хуже. Вот сейчас я тоже Wi-Fi убрал. Ну вот сейчас лучше, да? Ну, по крайней мере, слышу вас сейчас хорошо. Ну вот, я вас тоже хорошо слышу, хорошо вижу. Вот, надеюсь, что... Мы сможем продолжить. Еще раз, Евгений Игоревич, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились. Да, здравствуйте всем. Спасибо, что вы согласились принять участие в этой видеоконференции. Спасибо всем, кто нашел время и подключился к нам, чтобы посмотреть, чтобы задать вопросы какие-то. Спасибо активным пользователям на протяжении всей недели, которые писали вопросы свои. Спасибо вам за такой интерес. Ну и надеюсь, мы сегодня... Попытаемся ответить на какие-то вопросы. Евгений Игоревич, скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу нашего детско-юношеского футбола в России и его перспективы. Еще раз добрый вечер всем. Ну, вначале я хотел бы поблагодарить вас, Александр, что пригласили меня. Ну, это сама как бы, конференция должна проходить была в Калининграде, и там не только я должен был быть спикером, но для меня в любом случае это огромная честь и ответственность. Я как бы, постарался подготовиться к этой встрече. Второе, что я хотел бы сказать, все мои размышления на данную тему, они как бы не могут являться моим творением, потому что как бы, я считаю, что еще не сформировавшийся тренер, а в стадии как бы, такого развития нахожусь активного. И у меня есть опыт мой личной работы в детско-юношеском футболе. И я опираюсь как бы, на людей, которые очень долго, порядка, ну, почти половину своей жизни посвятили воспитанию детей. В основном это иностранные специалисты, и поэтому их мнение я доверяю. И мое как бы восприятие детско-юношеского футбола связано с этими людьми. И, но в любом случае, даже несмотря на это, здесь есть место критическому мышлению. Не только место, но оно и должно быть. Вот. На сегодняшний день, я думаю, это ни для кого не секрет, и надо признать это, что наш уровень детско-юношеского футбола, он...
как бы не соответствуют и не соответствуют современным требованиям, да, развития игрока. И небольшое количество футболистов высокого уровня, которые способны играть в командах премьер-лиги, в командах мастеров или, допустим, в национальной команде, говорит о том, что у нас есть определенные сложности с этим. Но я думаю, что здесь нет ничего как бы такого страшного, потому что многие страны через это проходили. Самое важное, как реагировать на сложившуюся ситуацию. Первое, что я хотел бы сказать об изменившейся ситуации в нашей стране и вообще в мире. То есть футбол испытывает огромную конкуренцию с такими вещами, как интернет, как видеоигры, как отсутствие уличного футбола, потому что, ну, есть такое знаменитое выражение Йохана Кройфа, что я 3-4 раза в неделю занимался в Аяксе, но каждый день я 3-4 часа проводил на улице. И как вы думаете, где я стал футболистом? То есть сегодняшний детский тренер или тот, который работает с юношами, он должен закладывать это понятие, то, что структурированная тренировка, допустим, в Советском Союзе или еще 15-20 лет назад, она носила всего 20%. 80% это была игра вне тренировки, вне организованной тренировки, на улице, во дворе, деревне, неважно где. То сегодня соотношение этих сил поменялось. Сегодня 80% приходится на структурированную тренировку и только 20% на игру вне правил, вне возраста или на Сегодня каком соотношение поле. этих сил поменялось. Сегодня 80%. Вот, соответственно, нужно сегодня это просто принять и попытаться понять, что каким образом теперь компенсировать этот недостаток касания мяча, когда дети это делали во дворе. То есть каким образом компенсировать недостаток того, что сразу включается единственный спорт. То есть приходя, выбирая секцию футбол, ребенок практически на 80% не сталкивался с другими видами спорта, такими как баскетбол, такими как волейбол, пионербол, ну, любые там подвижные игры. То есть уровень координации совершенно другой. Раньше за все это отвечала улица и уличные игры. Смекалка, все это было на улице. Это не нужно было тренировать тренеру молодежи, ну, там, юношеского футбола. Сегодня это проблема тренера. Каким образом он сможет адаптировать подготовку игрока к тем реалиям, которые сегодня существуют. Ну и как и повторюсь, это борьба за детей, потому что я сам родитель, у меня сыну скоро будет 11 лет, вот он тоже занимается футболом. Как оторвать ребенка от iPad, от PlayStation, от интернета и заполнить это время футболом. Ну, в данном случае, если ребенок занимается футболом, мы говорим об этом виде спорта. Каким образом его окунуть в эту атмосферу? Потому что если вы забрали у него iPad, забрали PlayStation, но не предложили ничего взамен, то это неправильно. Выгнать во дворе никого нет. Это как бы серьезная проблема. Я думаю, что сталкиваемся и Россия, и другие страны с этим. Но я могу сказать одну такую простую вещь, но, наверное, очень понятную. Ни в одной стране мира нигде не доказали и не показали, что внесистемная тренировка детей, которая как бы основана на понимании одного индивида или одного личности одной, готова или помогает готовить качественных игроков. То есть отсутствие системной подготовки – это самая важная как бы причина пробелов. Потому что после разрушения советской системы подготовки другой системы не было предложено. Я имею в виду в рамках страны. И, естественно, я говорю о общем направлении, а не частности там каких-то отдельных клубов, которые смогли это реализовать. Поэтому я верю, что это единственный путь – систематизация, внедрение методик, современных методик. И еще раз повторюсь, понимание того, что происходит с ребенком, потому что дети не стали хуже. Талантливые дети не перевелись, сейчас, наверное, борьба за них. То есть борьба, селекция, отбор. Раньше отбирать, раньше смотреть, потому что другие виды спорта конкурируют с футболом. Хотя футбол остается такой же демократичным видом, да, самым дешевым, потому что тебе кроме мяча можно босиком играть, можно на улицу выходить, деревья водить. То есть не нужно экипировку, как хоккей, не нужно теннис, не нужно корты арендовать, не нужно баскетбольный зал там. Вот. Даже баскетбольный мяч, он дороже стоит, чем футбольный. Вот. Кстати, да. Поэтому
Вот, поэтому в этом плане ничего не поменят, но конкуренция есть, и здесь как бы прямо жестокая борьба за детей нужна именно, чтобы они оставались в футболе и как бы их привлечение к игре. Но это как бы вступительное слово, так, в общем понятно. Я думаю, что это всем понятно, но как бы когда ты это понимаешь, когда ты это, самое главное, когда ты это признаешь. Потому что ты, если не знаешь диагноз, ты не знаешь, что делать тебе. Когда ты знаешь диагноз и понимаешь, какие средства тебе для лечения нужны. Евгений Игоревич, ну вот исходя из как раз того, что вы сказали, мы плавно перейдем к теме личности тренера, да? Какая главная Стас, Стас, задача? я извиняюсь, я услышал, там, прочитал, да, как выход из этой ситуации. Но я приведу пример, который был, допустим, у меня лично в Академии Краснодар. На одном из там аналитика какого-то матча была, на первенство России команда играла, я даже не помню, какой возраст. И тренеры обратили внимание, что практически все игроки толкались с двух ног. Неважно, это была игра в обороне или игра в атаке, практически вся команда, за редким исключением, отталкивались при игре головой с двух ног. Ну, начали поднимать просто старые матчи, начали смотреть другие команды других возрастов. И просто пришли, ну, как бы так, в шоке немножко были. Потому что 80% академии не умели толкаться с одной ноги. Я сейчас уточняю, мы говорим о выпрыгивании, да, Да, выпрыгивании выпрыгивание, да, с двух одной ног. ноги. То есть практически все прыгали с двух. То есть поняли, что начали пробовать, почему. То есть никто не умеет играть так, как в баскетбол, пионербол, волейбол. За 2 месяца изменили этот компонент, потому что внедрили урок волейбола, я даже не помню, по-моему, волейбола или баскетбола. И за 2 месяца как бы всю эту академию как быстренько вернули. То есть это один из примеров, как реагировать. То есть люди пришли никогда и не знали, что нужно уметь так. То есть не было навыка. То есть то, что давал двор, пришлось как бы внедрять через как бы структурированные упражнения. Но это как бы это реаль. То есть это можно изменить. То есть люди не умеют падать. Люди не умеют кувыркаться. То есть это задача тренера. Потому что сейчас 80% на вас лежит, двора нет. То есть вы должны придумать. Это как бы искусство тренера. Евгений Ильич, можно ли сказать так, что улица сейчас, то, что давала улица, да, сейчас мы должны, как тренеры, замещать это в тренировочном процессе. То есть мы улицу должны давать в тренировочных занятиях. Можно ли вот Однозначно, так вы вот? должны, можно, ну, грубо говоря, да, вы должны понимать, что то, что те качества, да, физические, да, или способности определенные, да, ну, комплекс качеств, которые развивались вне тренировки, их невозможно получить сейчас. То есть он нигде ребенок не приобретет. Я говорю, кувырок, умение падать. Где он? Во дворе его толкнул большой, на 10-й раз он понимает, что надо ему не подбегать или нужно выставлять руку. Потому что разный возраст. Сейчас этого нет. Сейчас ребенок упадет, может сломать руку. Потому что он, может, никогда не падал до этого. Это как бы реалии. Это реалии как бы сегодняшнего дня. И тренер должен, я не говорю, что он должен заменить тренировку, он должен об этом думать. Он должен понимать, как вкрапить элементы, Учитывать, да? да, учитывать, как вкрапить элементы дворовой игры, элементы как бы смекалки, как Тренировочный включить свой процесс. тренировочный процесс. И без этого просто ничего не получится. Да, я думаю, что это очень важно. Полностью согласен с вами. Евгений Игоревич, вот плавно перейдем как раз к роли тренера, да? Какая, по вашему мнению, главная задача тренера в детском и юношеском футболе? Или главный комплекс задач? Как вы это видите? Основная задача тренера детского, она может быть только одна – обучение игрока. То есть все дети приходят туда с мечтой, что когда-то они смогут выйти на зеленый газон основного стадиона. Ну, так абстрактно говорим, что в каждом городе есть основной стадион. Вот, и дети приходят туда с мечтой, они смотрят, как играет Криштиану Роналду, как играет Месси, как играл Рональду, как играет Рональдиньо, как играл Зидан, как играет там Пирло, неважно, да, великие игроки, Де Брюйне, там еще другие, там кто сейчас, Салах, Мане. То есть они хотят подражать этим игрокам. И вот задача тренера научить, дать ресурсы игрокам для того, чтобы они смогли стать в первую очередь профессиональными игроками. То есть научить игре, обучить, дать. Мы не можем научить талант. Да, люди талантливы, они сами нас могут научить, поэтому мы не можем вмешиваться в талант. Но такие единицы. В любой группе это будет один, а может быть и ни одного не будет. Будут способны, будут одарены, но таланты, они очень редко появляются. Таланты обычно собирают. То есть крупные академии имеют право собирать. Это называется селекция. Но
в общероссийском плане, то мы не будем иметь в каждой группе 10 талантливых игроков, одного. А остальные нужна помощь тренерская. И вот тренер, ну как вот представьте, что угли есть, и тренер это тот, кто раздувает угли потихоньку, так, чтобы они разгорались. Задача тренера, чтобы игрок мог воплотить мечту, стать еще профессиональным игроком. На каком уровне он будет играть? Это вопрос, какой Бог отвел талант, какую меру ему отвел способность терпеть, способность переваривать большие психологические нагрузки. А тренер только помогает. Это единственная задача тренера. Другой задачи нет. Он не должен задумываться о трофеях, он не должен задумываться о победах. Я знаю, в Аяксе висит, в одном из корпусов детских висит выражение, по-моему, Дениса Бергкампа. Я сейчас точно не могу, потому что видел фотографию эту. И там такое выражение. В нашем клубе должна выигрывать только одна команда. Это первая. Все остальные готовят игроков. Ну, я думаю, Аякс не дураки. Ну, учитывая, какое количество выпускников заигрывают в профессиональном футболе ежегодно и количество футболистов. Ну, это одна из лучших академий мира, да, которая и готовит, и мы можем, как мы все можем, ну, нам всем нужны наставники, и тренерам в том числе. И те люди, которые прошли сумасшедший опыт подготовки детей, которые дали результаты, поэтому нам ничего страшного нет, что мы будем опираться на их опыт. Вопрос по теме, ну, вот, наставничество, да, знаю, что нас вот смотрит тренер, тоже иностранный, так скажем, вот, в некоторых странах, да, допустим, Европы и даже в Азии есть такое понятие, как наставничество, да, просто этот вопрос поступил сейчас онлайн, и вы как раз коснулись этой темы, как вы... Слышали ли вы об этом и как вы относитесь? Наставник над тренерами. То есть после того, как тренеры обучаются, это наставничество над тренерами, то есть тренер продолжает следить, продолжает анализировать их работу, они, возможно, дискутируют на какие-то темы. Как вы к этому относитесь и слышали ли вы вообще об этом? Я не слышал, я плод такого обучения, потому что я начинал свою тренерскую деятельность в Академии Краснодар, и там эта система подготовки, где каждый тренер, он имеет своего куратора, ну, можно по-разному, куратор, наставник, ну, суть одна, который помогает молодому тренеру не сбиться с пути, вот, и мне повезло, что я, как бы, начал именно вот, да, я плод российского воспитания тренерского, да, я нигде за границей не учился, вот, но мне повезло, что я попал в Академию Краснодар, где было достаточно много иностранцев, специалистов, которые имели огромный опыт работы с детьми, молодежной сборной национальной, и работы, которые требовали там, в национальных командах, даже основные, там, тренировали, как бы становились чемпионами, как бы на международных турнирах. То есть эти люди как бы помогали. И мне повезло, и я понял, насколько это важно. Вот, допустим, то есть лично касаясь меня и мой опыт, да, то есть я работал, у меня наставник был один из там, известнейших тренеров Черногории. Вот, и он мне помог просто методически, он мне подсказал, да, как строить программу. Допустим, несмотря на то, что система в Краснодаре есть своя, да, подготовки, но, допустим, человеку, который только закончил карьеру, а я на тот момент, ну, там, через месяц, через полтора окончания футбольной карьеры игрока, начал, ну, как бы помогать, там, быть помощником одного из тренеров. Вот он мне помог потихоньку понять, как встраивается вся подготовка, как ее выстроить, систему дал, вот, чтобы я мог, как бы, как дорожная карта ей пользоваться. Я, в принципе, пользуюсь ей до сих пор. Я очень ему благодарен. Вот, ну, допустим, такой пример. После каждого занятия он брал мой конспект, а на обратной стороне у него были вопросы по моей тренировочному занятию. И там вначале у меня было 25 вопросов ко мне, через там, полгода было 8 вопросов, а через год он показал мне чистый листок. Говорит, Жень, ни одного вопроса к твоему тренировочному занятию нет. Сначала я тоже как бы к этому относился, я сейчас это могу говорить, потому что это прошло. Как бы это самолюбие, это гордыня, да, как бы тебе не хочется это принимать, критику. Вот. Но сейчас я понимаю, каким он был, как бы таким, ну, замечательным человеком, который, ну, смог до меня достучаться. Вот. И он мне сам говорит, ты можешь брать от меня, можешь не брать. Вот. Но это дело того, я просто хочу тебе помочь, не хочу тебя там наказать или изъяны в твоей найти работе. Я хочу просто тебе понять, направить тебя правильно, чтобы ты избавлялся от вещей, которые не помогают, потому что у меня есть опыт работы. Вот. И я думаю, что это очень правильная вещь. Когда
особенно касается, допустим, молодых тренеров или ребят, которые только закончили игровую карьеру. Это же разные, абсолютно разные профессии. Она практически не помогает. Игра в футбол, да, ты можешь хорошо показать. У тебя есть авторитет перед игроком, что ты сам играл, и ты знаешь, как это сделать. Вот. Но методически и ты полный ноль после игровой карьеры. Ты не можешь браться за детей. Это очень, я думаю, что даже проведя 2 года в Краснодаре, я неправильно работал там. Сейчас бы работал по-другому. Евгений Игоревич, вот развивая как раз тему тренеров, да, молодых тренеров, начинающих тренеров и вообще тренеров детской и юношеской в футболе, такой вопрос: что, по вашему мнению, не хватает тренерам в детской и юношеском футболе для подготовки профессиональных футболистов более высокого уровня? Ну, я уже говорил, да, Опять же, мы первое, никого не это критикуем сейчас, да, сразу скажем. здесь нет критики, здесь есть должно быть правильное понимание. То есть я могу вам просто приводить примеры из своей, да, практики. Я играл там на чемпионате страны по молодежному футболу, да, чемпионат, ну, РФС. Ну, там же ужас, что творится. Там до драк доходит, там родители дерутся, там тренеры дерутся между собой, там бой не идет за победы. Там играют одни и те же составы. То есть 15-10 человек, которые играют, ну, это немыслимые вещи. То есть у нас практически вся подготовка, я имею в виду глобально, не беру отдельно еще раз там анклавы, где более-менее правильно. То есть у нас наша подготовка направлена на командную. И я говорю, я сам так работал. У меня в Краснодаре была очень хорошая команда. То есть как организованная команда. Но я не думаю, что я смог там много дал им. Потому что я сейчас бы дал больше. Вот поэтому здесь вопрос, конечно, он такой, вот здесь надо изменить сознание. Еще раз, он первый вопрос, он перекает второй. Что должен, основная задача тренера? Подготовка игрока, обучение игрока. Дать им возможность стать профессиональным футболистом. А не выиграть трофей, там детский трофей, поставить кубок в офис клуба. Есть статистика, которая доказана, что чем младше игрок, до 10, до 11 лет, процент побед только 40%. И тоже даже не побед, а положительного результата. То есть, если так раскладку дать, до 10-11 лет вы 60% матчей своих проиграете. 30-25% вы выиграете, и только 15-20% вы сможете победить. Вот такой расклад. До 11 лет статистика, 50% действий игрока является ошибочным. И это нормально, потому что эволюция игрока, у него это есть только одна единственная мера и один единственный двигатель. Это ошибка. Без ошибки нет эволюции. То есть нужно ошибаться. Если мы не позволяем игрокам ошибаться, то мы не можем ждать от них качественного развития. Еще один момент – это психология. То есть когда дети бегут, да, ну сейчас уже так, да, дети бегут от машин родителей, да, они все равно приносят какую-то положительную энергию, да, с собой задача, тренировка, ну, как бы на тренировку они хотят играть. И когда мы их встраиваем в наш тренировочный процесс, мы должны себе поставить, как бы есть такое правило 15 минут. Вот сравнить их настроение до тренировки и посмотреть через 15 минут. Если энтузиазм убавился, то это вина тренера. То есть энтузиазм должен черпаться только к концу тренировки, но никак в середине или через 15 минут. Значит, мы что-то делаем не так. Есть психологические работы, да, людей, которые отвечают за когнитивные навыки, адаптацию и вообще восприятие человека среды. Так вот, футбол – это не тренировка топ-менеджеров, где из них выжимают, и где, когда человека ставят за черту своих возможностей, да, когда выводят из зоны комфорта, он может давать высокую производительность. Нет. Когда ты учишь детей, то нужна зона комфорта. Только в зоне комфорта человек может воспринимать информацию и обучаться, потому что это дети. Как только ребенок выходит из зоны комфорта, срабатывает как бы инстинкт бей или беги. Ну, те, кто понимает немножко, да, психологию, он должен это знать. То есть он отбрасывает практически всю рациональность, только закрывается, защищает себя. Если вы крикнули на игрока, там, не обыгрывали, еще что-то, вы не ждите от него в этом в матче, потому что там давление еще будет выше, и он просто не сможет это делать. Евгений Игоревич, Поэтому как вот вы озвучили такой способ тренировки, да,
виды тренировки, можно даже сказать, когнитивные тренировки. Как вы к ним относитесь и вообще, что бы вы посоветовали? И вот нам один из молодых тренеров, кстати говоря, нашей академии, задавал вопрос, с какого возраста внедрять там. Как вообще, вот, что вы скажете по этому поводу? Ну, во-первых, да, понимание вообще спортсмена. То есть любой тренер, если это как бы тренер фанатичный, стремящийся и увлеченный человек, он должен, ну, как бы понять, что принципы педагогики, они нигде не, ну, не могут быть нарушены. Я не могу нарушить, ну, принципы обучения, которые, ну, как бы заложены в это. То есть педагогика, она на этом основана, наука, да, потому что мы должны понимать, рассматривать игрока как некий объект, на которого исходит наше воздействие. Так вот, если рассматривать этот объект не просто как абстрактную структуру, а мы должны воспринимать его как сложную, наоборот, как сложную, сложно организованную, где переплетены физиология, где переплетена психология, где переплетена там, техника его, да, принятие ситуации, то есть восприятие пространства. И если мы игрока воспринимаем как отдельный, как часть, да, что я могу сегодня потренировать физическую подготовку, завтра я могу потренировать техническую подготовку, послезавтра я могу потренировать его, поработать над его принятием решений, над его мышлением, то это ошибка, это путь никуда. Нет. То есть это вот в этом-то и сложность и прелесть футбола, что это сложный вид спорта. Да, он как бы так, он поэтому любит его миллион, потому что он как бы не руками ты пользуешься, да, а ногой. Твоя нога должна исполнять твои решения. Намного сложнее, чем рука, намного сложнее, чем баскетбол. Там, или хоккей, или другие виды спорта, где играешь волейбол или гандбол. Здесь ты играешь ногами. И вот такой подход, само сознание, структура игрока, то есть как модель, над которой происходит, ради которого происходит это воздействие, вы должны четко это понимать. Без этого просто, ну, вся работа будет, ну как, эта работа вся будет холостая. Вот задали вопрос, да, когда? Да с первой тренировки, когда ребенок, он уже воспринимает, он должен воспринимать. Он что он должен воспринимать? Он должен воспринимать своего товарища по команде. Да, сначала это базовые вещи, да, что это его друзья. Но они могут отличаться манишками уже, правильно? Уже на второй тренировке или на третьей. Я сейчас не беру частности, да, с какого возраста это делать. Ну, то есть это должно быть, это как бы комплексная вещь. Нельзя выделить какой-то отдельный аспект подготовки, да, а, допустим, вы говорите, да, мы сейчас занимаемся физикой, мы сегодня занимаемся техникой, мы сегодня занимаемся тактикой, а, допустим, развитием его мышления игрового мы займемся в 15 лет, 14, 13. Это абсурд. Ну, как бы это есть научные трактаты об этом. Вот один из тренеров нам в режиме онлайн задает вопрос, как раз то, о чем вы говорите. Пожалуйста, от большего к меньшему поставьте техническая подготовка, тактическая, психическая и физическая подготовки. Как, ну, вы бы их расставили? То есть, я так понимаю, вы сейчас отвечаете. В том и числе, на этот вопрос, что такое, да, ну, физическая подготовка? Это комплексная вещь. Я просто приведу пример. Что такое физическая подготовка в футболе? То есть все наши достижения, да, как бы науки связаны, ну, как в нашей науке советской, да, они были над достижениями циклических видов спорта в основном. И только из циклических видов спорта футбол заимствовал оттуда все как бы принципы. И как бы после развала Советского Союза, после развала как бы этих научных исследовательских институтов, то есть у нас как бы произошел провал, мы не стали дальше развивать, мы не стали эволюционировать, но нашими разработками воспользовались. Испанцы, немцы, голландцы, они все это взяли и сумели сохранить. И сейчас, я еще раз повторю, да, физическая подготовка, это является структурой всего лишь. То есть вы тренируете бег. Вы хотите, чтобы есть определенные этапы, 8, 9, там, 10, 11 лет, когда игроки развивают над координационными способностями, да, или, допустим, над быстротой. Так вот, что такое быстрота в футболе? Я вам задаю, вы бежите за 3,5 секунды, да, а я бегу за 4. Но я реагирую раньше, я реагирую правильнее, своевременнее я реагирую. Так кто быстрее? Вы говорите о 30 метрах, правильно? Да, 30 метров на отрезок. Вы пробежали быстрее меня, но я реагирую своевременнее, чем вы. И это ваши метры. То есть Усейн Болт не будет хорошим игроком. Ну, что ж, он самый быстрый человек в мире. Это то касается... Мы говорим о разных видах быстроты. То есть совсем другое. Не о разных видах быстроты. Я говорю о футбольной быстроте, а вы говорите о быстроте как физическом качестве. Как физическом качестве. Ну, вот когда, как я...
Так получается, что как я могу исключить, на каком этапе я должен исключить какую-то из этих сегментов? Ни на каком этапе вы не можете. Вы можете просто доминировать на каком-то этапе, когда вы не можете заниматься силовой подготовкой, да, в определенном возрасте. Вы должны использовать благоприятные периоды для этого. Вы не можете использовать, когда то есть организм не развит, то есть кора головного мозга не готова воспринимать новые сигналы. То есть вы должны это, естественно, это физиология. То есть вы должны как бы понимать, когда это возможно делать, но вы какие-то проявления, разве, допустим, вот играют пацаны там 3 на 3, разве нет там силовых усилий? Разве они не сталкиваются друг с другом между собой? Разве они не преодолевают сопротивление? Это все то же самое, только оно идет не такой доминанте, как техническое оснащение, да, обращение на контакт с мячом, но это все должно быть. То есть мой посыл какой? Вы не можете исключить из игрока как структуры ни один компонент подготовки его. Ни физическую, ни тактическую, ни техническую. Вы просто выбираете на определенном этапе доминанту. Но остальные структуры должны быть задействованы в каждом практически занятии. Ну, я думаю, здесь все понятно по тому, что вы сказали. Давайте будем двигаться дальше. Просто как пример, да? Я часто вижу, вот, допустим, стоят барьерчики, стоят там фишечки, и там нет мяча никакого. Неважно, какой возраст, неважно. И там стартуют, эстафеты, все хорошо, все. Но перенос этих занятий будет минимальным. Я по какой причине я уже сказал, Перенос что на там игру, то, что на игру происходит в будет, игре. будет минимальный. Потому что в игре нужно будет стартовать не по сигналу, в игре нужно будет стартовать с ситуацией, в игре нужно будет оценивать положение относительно партнера, в игре нужно будет стартовать относительно соперника, в игре будет стадия игры, атака, оборона. То есть я сейчас не беру совсем маленьких, да, детей, я беру, ну, приблизительно там 12-13, то есть тогда, когда уже игрок попадает, допустим, в академию, где я, в принципе, делю на базовую подготовку, ну, там, 4-5 лет, и заканчиваю там она 12-13 лет, да, когда на набор происходит в академии интернаты, и уже до 17-18 лет, там, 19, когда выпускает вторая команда, там, у премьер-лиги есть там молодежные, вот, то есть два периода. Естественно, что понимание, вот сам этот принцип, он, в принципе, у нас в России об этом очень мало говорится, хотя литература об этом есть. Вот. Но это должно быть четкое понимание. То все, что я делаю, чем больше у меня изолированных упражнений, чем больше у меня аналитических упражнений, чем больше у меня не специфики, тем меньше перенос непосредственно в игру. А игра – это мера, которая оценит вашу подготовку. Я думаю, что очень, очень развернутый ответ вы дали на вопрос. Евгений Ильич, будем двигаться дальше, потому что мы во времени немножко ограничены, у нас всего час эфир. Поэтому следующий вопрос. Различия подходов и методик советских, российских и различных европейских. Что вы можете об этом сказать? Я знаю, что у вас есть очень много интересного. Вот, если так немножко сжать, потому что эта тема, она большая, то есть этот вопрос можно, наверное, весь час рассказывать только об этом. Ну вот как-то так более-менее кратко можете ответить, пожалуйста, на... Как бы кратко, не кратко, здесь кратко невозможно ответить, потому что много подходов есть. И самое важное, вот я думаю, что это самое важное, что донести, что практически все мировой, да, как мировой опыт, он открыт. То есть там нет нигде закрытой системы. Что такое открытая система? Это система, которая способна меняться, которая способна анализировать свои ошибки и брать из других систем, адаптировать к себе. То есть это, ну, как бы изменение. То есть мы, к сожалению, в большинстве, я считаю, что в российском футболе, особенно детском и юношеском, мы являемся закрытой системой. Закрытой системой подготовки. То есть мы считаем, что мы все знаем, и мы не готовы, мы очень ревностно относимся к тому, что когда нам подсказывают, что когда приезжают, допустим, какие-то иностранные специалисты и говорят о том, что, ну, как бы критически относятся к нашей подготовке, мы болезненно это все воспринимаем. Хотя здесь ничего такого нет, это футбол, это диалог. То есть критика сама по себе, это не есть плохо. Критика это критическое мышление, оно всегда должно бы отличать разумного человека. И, ну, я столкнулся, допустим, с подготовкой, ну, сказать, допустим,
югославская, да, можно сказать так, ну, потому что главный тренер Академии Краснодара был серб. Вот, и как бы уже с прошествием времени я могу понять, насколько он был прав. То есть, и, в принципе, результаты Краснодара говорят об этом. Евгений Игоревич, вот вопрос по теме. А в то время, когда вы работали вместе, как вы реагировали тогда? То есть... Я вам говорю, что я так же реагировал, как и все, потому что я продукт российской системы. Я точно так же критически реагировал и болезненно на то, что мне говорили, замечания делали. То есть сейчас уже я не говорю, кардинально я отличаюсь, поменялись. Конечно, потому что пришло сознание, я пришло понимание того, что да, я был неправ, что у меня как бы совсем как бы такие амбиции зашкаливали, и тщеславие как бы и как бы превалило над разумом. Многие, как бы, вот у нас такое понимание, что да, вот я поступил в школу вышита, там, или, ну, сейчас не вышита, Академия тренерского мастерства, и там меня должны научить, я должен тренировать. Нет. Это вообще как бред какой-то. Школа тренерского мастерства – это как порт, который дает разрешение вам на выход в море. Да, он вам дает какую-то снасть определенную, но без критической, без того, как вы будете... Школа вам не скажет, как будет девятый вал пересидеть. Они просто... Школа должна отобрать способных. Во всем мире это так. И у нас то же самое. Школа, она отбирает способных, самых лучших, и дает им возможность выплыть в море. Те, кто не способен, остаются на берегу и не дают разрешения. Это школа. Заблуждение, говорят, да, блин, у нас школа не работает, там, РФС не работает, они, боже, там не обучают. Подождите. Меня обучал, я прошел Б, А и ПРО. Я считаю, что меня хорошо обучили. То есть надо прийти туда и слушать, что ты хочешь. А остальное, то есть что ты возьмешь свой путь по морю, как капитан, это зависит от тебя. Твоя широта, твой взгляд, открытость твоя, способность анализу. А тебе дают базу. Тебе дают там, ну, чуть-чуть, чтобы ты начал двигаться. И потом понимаешь, что если ты обладаешь определенными качествами, если ты способный, что ты можешь не растеряться, когда будет тяжело, тебе дают лицензию. Это задача школы. Но никак, потому что все преподаватели не являются действующими тренерами. Они так не... Это вы отвечаете за тактику, вы отвечаете за подготовку, вы отвечаете сами лично за нюансы, да, за стратегии, которые... Это ваш, потому что это ваш хлеб. Если вы, как только на один день вы не обучаетесь, вы идете вниз. То есть баланса нет. В обучении баланса нет. Если ты не идешь вверх, ты идешь вниз. То есть нет статичного положения. Только так. Либо ты карабкаешься вверх, либо ты потихоньку идешь вниз. И поэтому здесь что подход? Да, ты можешь принимать, можешь не принимать. Мне повезло, да, мне помогли. Мне дали систему подготовки, которой я пользуюсь до сих пор. Она претерпела изменения. Я взял много, я как компиляцию сделал. Да, потому что одно дело работать в недельном цикле, когда ты работаешь в чемпионате страны с молодежью, когда у тебя иногда раз в две недели матч. Это одна система. Другая система, когда ты начинаешь работать во второй команде или в молодежном первенстве, где у тебя могут быть игры через 4 на 5, где у тебя может через 3 на 4 матчи быть. Или, допустим, во второй команде я работал, когда... Она играла во втором дивизионе ПФЛ, там иногда бывает полноценный. Это все как бы уже искусство тренера подобрать. То есть сама методика, сама система не будет за вас решать ничего. Это, ну, как бы абсурдная вещь. Но здравый человек это должен понимать. Она должна быть адаптирована. Другое дело, что единичные, да, у нас системы. То есть если брать глобально страну, да, Краснодар, Чертаново, Локомотив, Спартак, Рубин, какой-то период времени Анжи работали систематически. То есть они готовили систему, они брали иностранных. Я не говорю, что плохо иностранец или россиянин. Нет. Они брали иностранцев, доверяли им, они выстраивали им систему подготовки и начинали работать. И это давало плоды. Смотрите на Краснодар, посмотрите на Анжи, что было там еще. Там, когда Анжи выиграл чемпионат страны. Да, я не помню, какой возраст, но выигрывал. Что было с Рубином, какие изменения происходили, какие изменения происходят. Допустим, даже самый ранний пример – это Академия Коноплева. Когда там был Аврамович, когда там собирали лучших тренеров, внедрили определенную там методику подготовки голландскую. То есть в этом есть как бы зерно, и в этом есть самая важная вещь. Без этого я еще вначале сказал, что без системной подготовки не может быть. То есть если вы не пользуетесь этим, если вы сами от себя каждый раз сами все это, вы много упускаете. Вы просто можете работать над тем, а через полгода вы забудете над тем, что работали в начале. Если у вас нет конспектов, если вы не систематизируете, если вы не обновляете знания. Нету рецепта, как сделать лучшего игрока.
в Италии один акцент, в Испании другой. Допустим, мы должны понимать, что невозможно перенести голландскую систему в наши условия, потому что мы по менталитету другие, наши дети другие. Невозможно испанскую систему в чистом виде применить, потому что у нас условия, у нас нет столько солнца, мы не можем столько тренироваться на таких полях, у нас нету возможности, у нас нет пляжей, да, где они, пацаны, там выходят, с утра до вечера все равно продолжают там баловаться. У нас люди другие, дети другие, но я не согласен с тем, что у нас дети, ну, не хуже, если их правильно обучать. Поэтому здесь однозначно широта взгляда, способность критически воспринимать то, что ты делаешь сам лично, и оценивать даже других, не бояться это делать, и стараться адаптировать то, что есть самое лучшее. То есть я же не говорю о том, что не проверено. Я называю, если я могу называть фамилии, да, там, Раймонд Верхейм, Хавьер Малу, Паку Сирилью, Альберт Пуч. Это Я как раз людей, ответы. которые... Сейчас вы отвечаете, в принципе, на вопросы, которые здесь у нас есть онлайн, какую литературу или пособие Конечно, то есть выбор это люди, специалиста. которые потратили по 40 лет, 40 лет своей жизни потратили на воспитание, там, одни являются методистом Барселоны, другой там Голландии, то есть человек, преподают люди, то есть это как бы неоспоримый факт, вы не можете с этим спорить, потому что есть Двигаться. люди, которых они подготовили. Давайте по этой же теме быстренько вот так пробежимся. Три книжки, вопрос нам задает один из тренеров, три книги, которые вы посоветовали бы молодому начинающему тренеру и вообще тренеру, детско-юношескому тренеру. Первое, то, что я, допустим, что мне очень помогает в сегодняшней даже работе, начало с базы основ. То есть я считаю, что принципы спортивной тренировки, допустим, Платонова, ну, на мой взгляд, это очень хорошая книга, должен знать каждый уважающий себя тренер. Я считаю, что, допустим, даже тот же учебник футбол советский, если вы разумный человек, вы должны вникнуть. Это Футбол как это бы, учебник Кузнецова. да, вот я, да, учебник, который... Я считаю, что вы должны обратить внимание на работы Силуянова, Годика, то есть людей, на работы Верхошанского, то есть силовая, скоростно-силовая подготовка. То есть это как и тогда ваш дом, он будет сваями вбит в землю, он никогда не будет колыхаться. Вы тогда будете приблизительно понимать режим энергообеспечения, вы тогда будете приблизительно понимать, что происходит с мышцей игрока, как работает его сердечная система, то есть как работает гормональная система. То есть вы Я не говорю, что вы трактаты должны об этом читать, но есть пособия, которые РФС выпускает, у меня куча их. То есть все они зачитаны до дыр. Книжка Верхошанского, вообще она мне, Юрия Витальевича, да, вы, наверное, знаете про него, это как бы отец плеометрии, вот, который тоже как бы в Советском Союзе не был воспринят, да, и он уехал в Италию, и там, в принципе, эти методики все... Да, Еще я имеется. могу, то есть как бы там, ну, это тоже должна быть база, но потом на эту базу вы должны надеть современный взгляд. То есть я считаю, что Раймонд Верхейм, я считаю, что Хавьер Мало, сейчас он работает, как бы это признанные люди, я считаю, что Паку Сирилу, Альберт Пуч, вот эти люди, которые, в принципе, я доверяю мнению, как бы доверяю то, о чем они говорят, доверяю их методикам и пользуюсь их методиками. Евгений Игоревич, перейдем к следующему вопросу. Скажите, такой вопрос поступил по юношеской футбольной лиге. Как вы относитесь к юношеской футбольной лиге? И второй вопрос, стоит ли перед Академией Балтики задача попасть в юношескую футбольную лигу? Наверное, может быть, это не совсем профиль, но тем не менее, ваше мнение и что вы на это Вообще, скажете? эта тема, она давно развивалась, потому что я как-то с Андреем Владимировичем Лексаком разговаривал, это еще года 3-4 назад было. Наверное, года 3, да. И эта идея давно витала. Даже два, по-моему, нужно было турнира. Я не помню, У-17 и У-15 планировалось внедрить. Но все это как бы тормозило. Я не знаю, по какой причине, но это все тормозилось. И слава богу, что сейчас этот один из проектов реализован. Потому что это, я считаю, прорывной турнир. Вот, я сейчас не скажу, что я очень много уделил ему внимания, да, потому что, ну, как бы, я работаю в основной команде, и сейчас немножко мой взгляд, ну, как бы оторван от, вот именно в этом отношении. Но я видел там топовый матч, я видел там Чертаново, Локомотив, Спартак, несколько матчей смотрел, и я скажу, что это классный турнир, который обязательно даст плоды, и как бы нельзя сейчас ждать. Вот сейчас этот год прошел, да, и мы должны ждать результатов. Нет. Но это все как бы накопительный эффект будет. Эти пацаны, они очень конкурентной среде, очень сильные по составу турнир.
А это конкуренция, это все-таки двигатель прогресса. Поэтому думаю, что плоды будут от этой работы. Надеюсь, что еще один возраст добавят. Какой-то, может, я не знаю, там, может, учит УТ-15 Вот или как. следующий 19. Ну, я не знаю, как, может быть, реформа будет молодежного первенства. Но я думаю, что это очень важно. Нужно только по поводу Балтики. Ну, как бы здесь сложно. Здесь упирается все в расположение, финансы. То есть я и думаю, лицензирование нашей академии. Ну, так как наша, в принципе, Балтика, так, ну, в нашем регионе, да, здесь мы как бы очень конкурентны, у нас все время как бы хорошие результаты, можно так сказать, да, у молодежи, то, возможно, и нас пригласят туда. Но я за то, чтобы вот именно был жесткий отбор туда, чтобы По там спортивному было принципу. по спортивному принципу, там была конкурентная среда. А так этот турнир, ну, как бы супер. Я считаю, что это одно из лучших нововведений, которое было вот последний как бы период РФС как бы внедрено. Отлично, Евгений Игоревич. У нас остается, в принципе, не так много времени. Давайте пробежимся, может, по вопросам, которые нам задавали в онлайн. Буквально я вам, если вы что-то видите, вы можете, я могу вам прочитать, вот, допустим, те вопросы, которые наиболее, так скажем, актуальны, наиболее интересны касательно темы, которую мы сегодня обсуждаем. Так, был хороший вопрос. Сейчас, буквально секундочку. Я вот, вот вижу, да, тут про положение корпуса или там занимаетесь Вот. этим. То есть, ну, как бы, в принципе, он такой комплексный вопрос. А, там был я тоже про вопросы пространства, понимание Да, пространства. был Да, то нам есть, задавал тренер расположение игрока в да, пространстве. да, то есть, конечно же, чем раньше, да, я считаю, что уже в базовой школе, то есть понимание, понятно, что если вы скажете игроку про пространство, он вас не поймет, там, 6-летний, 7-летний. Но, ну, такой пример, да, вот вы даете, загоняете 10 человек с мячом в квадрат там 15 на 15 или там 12 на 12. Они как сталкиваются между собой, как тяжело им. А потом чуть-чуть на 2-3 метра расширяете. И то есть у них понимается ощущением кожей, что такое место. Ну, можно для ребенка это не пространство, а свободное место. То есть так и ребенок воспринимает, ну, что такое свобода, как достичь. То есть он его, как бы, ситуация заставляет выходить из скученности. Поэтому нельзя сказать, что да, там, мы только начинаем с 14, с 13 лет заниматься этим. Нет. Конечно, отношения с мячом – это самая главная вещь. То есть компенсировать физику можно. Компенсировать организацию игры можно. Компенсировать психологию можно. Но компенсировать разницу в обученности технической невозможно. Потому что если ваши игроки, ваша совокупность вашего мастерства, вашей команды, оно глобально ниже, на порядок ниже, чем у соперника, вы ничем это не компенсируете. Это просто невозможно сделать. Поэтому отношения, вот как пример хороший, да, я, допустим, сам левша. Ну, в советские годы, когда начинал учиться, меня переучивали на правую руку. Такое было, ну, так заставляли. И, в принципе, я сейчас пишу левой хорошо и правой могу писать. Но это рука. И вот то же самое, как бы, наша цель, чтобы дети, когда выходили из школы, они, в принципе, могли ногой также владеть мячом. То есть как рука ручкой, да, как я могу разным шрифтом писать там. И вот то же самое это намного сложнее сделать. То есть это зависит от, ну, как бы, правильной подготовки, внедрения правильных упражнений, да, которые там, как бы, способствуют, да, подвижности голеностопа, чувству мяча. Самое главное – контакта с мячом. То есть много контакта с мячом для того, чтобы ребенок, как бы, смог. То есть, чтобы мяч не был врагом его. То есть, мы не должны, как бы, ну, как по-русски, по футбольному, гавкать на мяч. Футболист должен, он, ну, вот есть там хорошие клипы, как найковский старый, где Рональдо, там, Роберто Карлос, где они жонглируют. Посмотрите, какая там мяч, как это все смотрится красиво. Вы что думаете, это научились они в школах там своих бразильских? Да нет, это все научено на пляже, на улице все научились этому. И поэтому, как бы, ребенок, он должен, как бы, этому. То есть слишком ранняя, как бы, даже не специализация, слишком раннее усложнение футбола для игроков, мне кажется, это не очень правильно. Потому что слишком быстрое, как бы, тактическое обучение, да, когда вот навязывают какой-то определенный стиль, это, мне кажется, ошибочный путь. Потому что, естественно, что, как бы, глобально игрока, широта его взгляда на игру должна быть
большая. То есть он, конечно, лучше учить его думать атакующим мышлением, чтобы он понимал игру, рискованную игру, готов был рисковать, вот, нежели что он боялся ошибаться или ждал ошибки, если бы он спекулировал на игре, да, ждал только ошибки соперника. Это в юношеском футболе вообще, наверное, неприемлемо. Должен быть проактивный взгляд на игру при развитии игрока. Ну а сами детали, вот, допустим, тактические, да, которые готовы обеспечить определенный уровень взаимодействия или результата, мне кажется, не совсем правильно, особенно на базовых уровнях, внедрять. Но это еще раз говорю, на мой взгляд, чисто мое мнение, потому что я вижу, что как проходят тренировки. То есть я вижу, как, вот, допустим, да, начинают эти объяснения ромбов каких-то там, передач там сложных, передач на третьего. Мне кажется, эти дети просто не понимают, о чем говорить. То есть они, надо, вот у меня хороший пример, что хочет игрок на тренировке? Я имею в виду дети, ребенок. Он хочет, тренер, я хочу играть. А что думает этот тренер? Сегодня мы поработаем над передачей, над обработкой, над открыванием. То есть это два раза. И вот когда такой диссонанс между желанием игрока и желанием тренера, то ничего хорошего не происходит. Нужно вот и сила тренера в том, чтобы суметь найти такой компромисс между тем, что хочет ребенок, и тем, что необходимо потренировать. И завуалировать твою работу так, чтобы ему было интересно. Евгений Игоревич, вот вижу хороший вопрос тоже от действующего молодого прогрессивного тренера, профессионального. Насколько, на ваш взгляд, изменится роль тренера с внедрением современных технологий? И схожий вопрос тоже от нашего тренера-аналитика. Насколько важна роль аналитики в современном футболе, и профессиональном футболе, и молодежном футболе? То есть она, говорят, аналитика. А разве тренер не обладает аналитикой? То есть у него в голове компьютер должен быть у тренера. То есть вместо того, чтобы орать там на бровки, что я, кстати, делал, когда был детским тренером, нужно стоять с блокнотом. Тихо стоять и записывать, что происходит в игре и над чем на следующей тренировке работать. В этом начинается аналитика детского тренера. Это Смотреть очень, тренеру. очень хорошее замечание. Я думаю, что... Да, а по поводу профессионального футбола я не буду говорить, потому что это другая тема. Ну, сейчас время не хочу тратить на это. Ну, и еще какой вопрос был перед этим у тебя, Насколько, на Владимир? ваш взгляд, изменится роль тренера с внедрением современных технологий, в том числе каких-то аналитических или видео? Ну, Ну, это как... помощь. В любом случае, это, ну, как бы немножко облегчит работу. Как бы у тебя не останется темных уголков в твоей комнате. То есть, грубо говоря, раньше не было возможности там заглянуть, какой пробег, да, там посмотреть тактическую камеру, да, то есть какие-то вещи, они помогают, но я глубоко уверен, что интеллект тренера, его сознание, его как бы такой фанатизм, он определяет на 80% все. Технологии просто помогают выйти из тени каким-то вещам, которые раньше вы не касались. Но глобально футбол, он остался такой же как бы простой игрой. Евгений Игоревич, периодизация. Как вы считаете, вот вопрос такой, нас учат до 18 лет отсутствие периодизации. В Европе на это смотрят по-другому. При планировании микроцикла группы спортивного совершенствования стоит учитывать периодизацию? Ваше мнение. Спасибо. Подождите, само слово периодизация, оно обозначает планирование. Планирование ваших всех тренировочных занятий с первого дня, когда вы получили детей. То есть вы можете называть это планированием, периодизацией. Периодизация – это как бы иностранное слово. Да? Вот. Ну, заимственное, да, как бы к нам. Да? Но и в Советском Союзе периодизация была. Что значит нет, как бы нам говорят, нет периодизации. Она есть. То есть я против того, чтобы устраивать сборы футболистам, делить на этапы детский футбол. Я против на то, чтобы у футболистов был подготовительный этап, и у футболистов был соревновательный этап детей. Я это против. Переходный. Я против, чтобы у них был круглогодичный цикл подготовки. А даже не подготовки, круглогодичный цикл обучения. Но вы же не можете не уважать физиологию. Вы же должны понимать, что даже одна неделя, она должна быть распланирована. Я не говорю Евгений уже, что количество недель. То есть это и есть периодизация. Ваше сразу, планирование, Евгений Игоревич, разрешите перебью. планирование тренировочных воздействий в течение всего сезона. Или До вы какого выходите. возраста? До какого возраста? Вот ваше мнение, до какого возраста именно не должно быть планировано на этапы?
Не понял еще раз, как? До какого возраста в детско-юношеском футболе не должно быть планированы этапы? Допустим, 17-18 лет должны уже быть этапы подготовительные, предсоревновательные, соревновательные, или все А равно? подождите, а подскажите, а что, допустим, сейчас «Спартак-2» или там «Краснодар-2» эту команду хочет, чтобы эта команда выиграла дальше, завоевать трофей? Я просто не понимаю. А им не надо, допустим, им нужно устроить сборы, чтобы что делать там на сборах? Они не должны там обучаться? Они не продолжают 16-17 лет обучаться? А зачем тогда сборы? То есть вы считаете, что это, ну, по вашему мнению, тоже не стоит форсировать, да, так скажем, и все-таки оставить это для профессионального футбола? Ну, это однозначно. Я же сказал, привел пример. Побеждать должна одна команда в структуре, только первая. Хорошо, когда у вас есть селекция, вы можете собрать лучших по стране и побеждать. Но вы не можете побеждать в Балтике, когда у вас на один набор приходит 25 человек. Ну, стыдно говорить, но такое было. Ну, как вы можете побеждать без селекции? Вы можете обучать, вы можете направить как бы детей, тех, кто звездочки у вас есть, постараться, чтобы они не уехали, и обучить их. Вот что вы можете делать. И в 17 лет не должно быть сборов. Что такое сборы? Это как бы взрослое понятие. То есть это как бы идет, ну, как бы планомерное, да, форсирование подготовки игрока, да, как бы восполнение пробелов или подведение игрока к тому, что к определенному снижению спортивной формы. Что значит спортивная форма для футболиста? Это только должна быть экипировка и все. А остальное должно касаться обучения. Он что, в 17 лет намного стал лучше бить, чем в 15? Или у него не осталось слепых зон в обучении? Нет. Так представьте, если вы потратите время на какие-то сборы. А может быть, потратить на то, чтобы обучать этого пацана? Ну, как ну, это то есть мы вообще, ну, это возвращаемся вообще к тому, что вы сказали. это в принципе нонсенс. То есть вот человек задал вопрос, да, я понимаю, о чем он говорит. Но а разве в обучении нет периодизации? Там же тоже есть периодизация. В каком возрасте что нужно делать? Когда нужно дриблинг? Когда включается ассоциация, когда партнер включается, когда третий партнер включается, когда группа, это разве не периодизация? Это точно такая же, но она носит просто обучающий характер, она носит уровень взаимодействий. Или если только понимание идет от физической подготовки, периодизации, ну и здесь, конечно, она есть, но вы должны уважать, как назвать, респект, вы должны уважать физиологию. То есть понятное дело, что вы не можете дважды в неделю нагружать практически одни и те же режимы энергообеспечения. Не можете просто. Или подряд их делать. Если вы работаете так, то значит вы преступник. Вы тогда детей травмируете. Вы не имеете права это делать. Вы должны соблюдать физиологию, учитывать эти законы. И это норма. Но основа-то нам не подготовит ли котлета? Основа-то, чтобы человек этот был, ну, на «ты» с мячом. Просто это как бы я просто как бы даже, когда я просто был свидетелем, да, мне показывали конспекты в Академии тренерского мастерства, где задача тренировки была, ну, как бы физиологическая задача. Она вся была расписана в режимах Лобановского. То есть я говорю, а что, ну, там просто как бы была шапка. Я говорю, а кто это тренирует так? Оказывается, тренировал тренер 9-10 лет возраст. Вы представляете, что такое тренируется? тоже бывает. И не Такое только, бывает, но очень поэтому часто. Мы говорим, а когда мы об этом говорим, то... Евгений Игоревич, я извиняюсь, что перебиваю, у нас осталось 40 секунд. Угу. Пожалуйста, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что за данную видеоконференцию. Я думаю, что и вижу по отзывам, да, что людям понравилось. Может быть, что-то вы скажете в завершении, какие-то пожелания? Я хочу сказать... Ну, одну простую вещь, что дети наши, они как бы могут быть одними из самых лучших. У нас очень, ну, как бы такая большая страна, и если есть подход правильный, да, то мы сможем добиться серьезных результатов. Но я повторюсь одну такую фразу, которая мне очень понравилась, которую сказал Валерий Георгиевич Газаев.